Друзья, мы вышли из ашрама Битлз. Мы с большим удовольствием провели там 2 или 3 часа. И можно было бы еще провести 2 или 3 часа. Какие бабочки опять? Посмотри, они симметрично, они все порхают. Последний раз у нас такое было в Гокарне. В Гокарне. Маленькая страна. И вроде бы рядом Ганга, так много чистой свежей воды, они могли бы там попить, а они все тут собрались. Вот они все камушки, которые они собирали и приносили на облицовку этих яйцеголовых домов, домиков своих. Невероятно. Очень понравилось. Даже электромобиль. А куда он-то везет, интересно? Это такси. Такси, куда оно везет? Ну пошли, нам надо ходить, нам надо калории тратить. Так, ты еще рафтинг не успела. Рафтинг, трекинг, каяк. Waterfall, водопад. Смотри, как аккуратно, это все для коровок. Для питья, для еды обрезаны бочонки пластиковые. Но я так думаю, основная масса коровок, они вот там вот как раз сейчас на берегу гуляют, прохлаждаются, потом придут на кормежку. Такая вот ферма. Поэтому у них и на ухе у всех желтая клипса с номером. Нету бесхозных коров, получается. Мне кажется, 36 градусов. Ты видишь, что это? Марья Ивановна. Посмотри, как много. Может, это спасет нас от душевных мук. Нам уже жарко. Да, прям. Я, правда, не знаю, как это есть. Есть интернет. Есть интернет, да. Интернет плохому научит. Да. Мы хотим узнать, сколько градусов сейчас. Я думаю, 36. Я думаю, под 40. 36 это и есть под 40. Нет, прям 40. Now. Сейчас. Ну, правда, 36. А будет падать. Ой, ну пойдемте, мы сейчас на самом сенсике. Пошли, это да. На хоть что-то надо найти. Но я бы хотела зайти в Тали Ашрам. Куда угодно, лишь бы там было прохладно. Вот они все эти коровы. На том берегу. Да. И на том берегу кто-то есть. На этом берегу много коров. Я думаю, как раз из этой фермы, которую мы сейчас видели. Вед Никитан. Дхам. Лошадка так и стоит. Так еще на ней, наверное, никто и не катался. А может и покатался. Думаю, жарковато сейчас. Жарко. Ты пить хочешь? Пить хочешь. Есть у них сода, да, холодная? You have soda? Ну, окей, water. Ага. Я думаю, вот здесь дорога к этому Тхали Ашраму, но они почему-то не знают, не понимают, о чем я спрашиваю. Пошли здесь пройдем. Рискнем. Это что-то, опять же, космическое. Межпланетная, межгалактическая. Ага. Межгалактическая.
Намами Ганге. Я их всех спрашиваю, Тали, Аша, а они типа как не знают, говорят, потому что это и иностранцы называют это ашрам, Тали Ашрам. Ну, один индиец показал пальцем сюда. Попробуем. Погуляем. Давай, давай, давай. Мы сейчас уже, я уже скоро как та обезьянка лягу носом к мечте. Ага. О, действительно, мы нашли. Видит? Вот туда в ворота. Намасте. Работает? Working? Давай проверим. Должно, да. С 7 до 9, а с 2, с 12 до 2. И налево. Вот здесь смотри. Я возьму себе тали 75, а ты выбираешь что-то, что тебе надо. Там туалет и ручки помыть можно. Место популярное, народу много. Энтали, вантали, тали. А это что? Это час, это соленый баттермилк. Это ты малая кофта заказала и салат. Ватали, вантали, это ван вотер, вотер, биг вотер. О, какая красота. Так классически подается салат. Спасибо. Ледяная вода. Какое счастье. Вот мало, мало надо для счастья, да? Да, мало. Тали сколько стоит, тали? Тали 75. Ты сейчас увидишь, какое оно огромное. Такое же. А если take-away, то 90. Упаковывает очень красиво. Вот там, вот там, вон, видишь, там упаковали прямо такие ланчбоксы. Не просто по пакетикам полиэтиленом, а ланчбокс вот со всеми этими отделениями. 90, если на вынос. Я малая кофта. Отлично, молодец. Узрела малая кофта. Сколько стоит малая кофта? 150. А? 150. Прекрасно. Салат 40. Однородье 7. Угу. Как это так? Тебе быстрее приготовили, чем тали. Тали у них, в принципе, тут самый ходовой товар. И его очень быстро несут. Ты посмотри. Thank you. Ну вот нам такого саши хватает на двоих. Ты просто не ешь это, не ешь что. Мне пришлось что делать? Одной заказывать себе такое. А так мы на двоих берем, и нам даже у нас остаются даже лепешки, потому что все не съесть, и относим коровам. И рис еще остается. Да. А? Это все за 75 рублей. И все 75. Ну, плюс час, наверное, 20, и это 20. Бон аппетит. Бон аппетит. Вот оно счастье. Как думаешь, Битлз тут питались? Думаю, нет. Нет. Им и там хватало простой пищи. Ну, еще неизвестно, какую пищу они там ели. Да. Дашулька, пошли. Забираем. Вот это надо отнести самим, а вот это мы заберем для коровы. Нужен какой-то пакетик. А мы сейчас коров прямо встретим, не волнуйся. Бери так. У меня всего 115 рупий вышло. Одно... Ай, рис, куда? Одно тали. Один час вот туда и одна бутылка воды. Там у нас внизу огурцы, сверху рис для коровок.
Как хорошо, привыкаешь очень к хорошему, да, быстро? Там прохладно, все, нам славно. Смотри, как тут чисто, как тут славно. Какие горы. Можно было бы в тот ашрам зайти, но, видишь, охранники, они не пускают. Через него только можно пройти вот в этот тали-ашрам с набережной Ганги. А мы идем параллельно той улице, которую мы сюда шли, да? Да, и мы сейчас зайдем и пройдем через Пармат Никита на ашрам. Там можно, там нет охранников. У тебя что-нибудь не болит, ничего? У меня болят икры очень, а все остальное просто болит. А икры болят очень сильно. А у меня ноги там, где их прикрепили к боди, к попе и к животу, почему-то они там болят. Коровы не торопятся бежать навстречу своему счастью. Жарко. Столько лепешек. Ширудар. Хочу завтра записаться. Запишись. Это не три раза, чтобы сеанс был. Он обещал адрес на своей этой московской клинике, где он массировал. Ну его же там больше нет. Ну и что? Может, там уже какие-то нехорошие. Тенек, нет, это не наш тенек, нам дальше. Не бывает нашего, не нашего тенька. Не бывает? А еще покушать, это вообще тяжело идти. Да, да. Hello. Ну, здесь, наверное, да, хорошие комнаты. Дальше, дальше, дальше. С вами такой маш бросок, конечно, получился. Давай вот здесь пройдем по красоте. Можно пройти по красоте? Это Пармат Никита нашрам. Вот здесь разрешено. Здесь очень много всяких йоговских фестивалей проходит. И вообще... Моди есть. Да, Моди здесь был. Ой, животных. Не служит животным. Угу. Animal Seva. Служение животным. Это уже госпиталь. Хилинг. Ну да, лечение для всех. Ну молодцы, молодцы, конечно, много делают. Каждый ашрам по мере возможности что-то делает, по мере своих материальных и моральных сил. Как прикольно, какой летит. Летит вот такой вот штучка летит, посмотри. Угу. Семечко летит. Опять же, как с планеты Пандора. Угу. Ай, посмотри. Помнишь, там такие летали в аватаре? Да, что-то было. Давненько, правда, не смотрела. Что-то пушистое. О, какая красота. Дальше идем искать коров. Какая вы активная, потому что даже я уже такая... Капут? Бэби капут? Чуть-чуть уже, да, осталось. Как мне Саши все время говорит, хотя он старше меня на 15 лет с самого начала, когда я капут, он: «Эй, Янг Леди, почему ты капут? Ваня капут, ты должна быстрее меня бегать!» А он никогда не капут. Я не знаю, откуда у него такой моторчик там, где он качает энергию. Да, да. Очень красиво, очень.
А то пусть он расскажет свои секреты. Где он там? Ну, я думаю, good karma and good genetic. Потому что здесь он особо не... Ну, как он, конечно, вегетарианец, все такое. Но он не ведет прямо такой священный образ жизни, как гималайский йог. Вон мы как на Гоа весело жили. И пиво пили. И ели вкусное много. Настоящий отпуск. Да, отпуск был. Если что, если хочешь, вот там туалеты есть, нет? Пошли. Мы сейчас на такси, не переживай. Мобилизуйся. Поумнее нас, рядом. Да, мы с тобой, нет бы бросить там жадины, говядины. Решили какую-то голодную корову осчастливить. А ее и нет. А коровы спрятались. Сейчас поедем в такси со своими этими дарами коровьими. А ты говоришь, капут. Увидела какую-то блузочку и все. Очнулась. Вот что крест животворящий делает. Вот что шопинг животворящий делает. Сейчас пойди увидишь коврик. И вообще, как моторчик в тебя. Ага. Вот. Рукава не надо отрезать. Зачем? И вот это не... Ну, не так, как они свисают. Ну, ладно, потом. Не сейчас. Вот запомнить. Запомнила? По-моему, нам нужны те носильщики, которых мы утром встретили. Которые на телеге везли семью. Ой, было бы неплохо. Да. Еще у нас на той телеге тащили сразу из-за шрама. Да. Лови её. Я-то сфотографировалась, а Даша рванула. А я у вас снимаюсь. Я карму в этом вопросе. Россия. О, давай вот ей положим под нос. Сотка, давай. Мы тебе... Ты будешь есть? Еда пришла. Обед пришел. Доставка. Благое дело, корову покормить. Так. Сейчас уже глупо покупать. Глупо. Хотя ты все равно еще одну посылку отправишь. Но уже пора. Пора, выдыхай, бобер. Хватит. Покупок достаточно. А то что ты потом будешь делать? Что? Ну, вернешься сюда, а у тебя все есть. А как это так? Вот. Нет. Тебе надо немножко, чтобы было недокуплено. Вы сами говорили, что нельзя отпускать недокупленного покупателя. Ну, это я к вопросу о мокше, да. А так, чтобы тебе была энергия сюда вернуться и еще что-то докупить, наоборот, надо не докупиться. Понятно? Да, но все равно. Ой, какая молодец, посмотри. Взяла, уснула. А вот мимо этого магазина мы сейчас пойдем. Нужны шоры на глаза. Не поворачиваемся. Этого не существует, этого не было. Его нет, это мираж, это другая планета. Мне надо выбросить салфеточку. И мне надо выбросить стаканчик. Найдем. И напомните? Это вообще гесты, Лука. Надо было. Ой. Да. How much? 80. Прикольно. Если ты сейчас будешь останавливаться, я вот так залягу рядом с ней. И все. И до вечера. Пока солнце не сядет. Дашулька,
У них где-то вот точно были мусорники. Куда кинуть? Вон под столом. Вот это, да? Кинай тро. Тро де трэш. Да? Спасибо. Thank you. Thank you. Мне кажется, я плаваю. Я плаваю. Да. Вон более целеустремленная корова. Вообще даже бык. А мы уже раздали все булки. Даша, направо. Здесь покороче немного путь. Тебе опять этот рыжий хотел? Или деньги, или фото? Фото. Что он тебя останавливал? Это саппорт. На всех фейсбуках Индии. Даша. Даша, мы просто идем. А вот посмотри, у людей, у нас уже лапы, хвост. Люди целый день стирают, она причем в ледяной воде, у нее ванна с ледяной водой. А потом гладят еще весь вечер. Вот где лапы, хвост. Всей семьей. А мы что, тащим свое нежное откормленное тельце? Ну, кто откормленная, кто недокормленная. Кто недокормленная. Есть все. И то уже капут. А люди работают. Вы тоже работаете. Ага, Дашулька идет мне. Ира, ваша работа очень тяжелая. Очень тяжелая. Я говорю, а в чем? Камеру тащить. Она 75 грамм весит. Нет. Ну, еще себя там. Килограмм 500. Сборки и вот жара. Вот. Не знаю, как камера у вас еще не плавится. Так я потому и меняю каждый год камеры. Они то в песке, то в холоде, то в жаре. Конечно, плавятся. Фу. Fine, thank you. Fine, thank you. Hello. Hello. Капут? Ну, если встанешь, тебя поймают. Пошли, тем более это очень горячее. Оно того стоило. Стоило. И сейчас медленно, в крейсерской скорости, вот туда налево и до такси. Подавился, что ли? Thank you, thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Сфоткаться. Даша уже не может, Даша убегает, Даша прячется. А я из последних сил еще сажусь, потому что я должна алаверды отплатить им. Сиди. Давай. Давай. Ты печеньки-то ешь? Ешь печеньки? У меня есть печеньки. Печенька, 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 печенька. Бисквит, бисквит. На, на. Он меня спасти хотел от коровки. На. Ай. На.
туда кровь. И такой холёсий. Ну все, ладно, давай. Давай. И нам такси надо, понимаешь, у нас такси. У нас ноги, а нам домой. У меня ноги, а мне домой. Этот? Ага. Нам осталось 20 метров или 30 до такси. Ну, по грамму золота могут подарить. Такси. Лакшман Джула. Прекрасный момент, да? Да. Мы сейчас пока едем, за 5 минут, мне кажется, мы немножко восстановимся, и можно быстро переодеться и в Гангу сходить, нырнуть. Как тебе? Давайте. Ага, хорошо. По 75 рупий с человека. 150 на двоих. Ну, пешком бы мы, конечно, дошли, но расплавились. Но зачем такие жертвы? Что так? Почему кто-то оказался поперек, перекрыл дорогу? И никто не нервничает, абсолютно все спокойненько разъезжаются. Ну, наш водитель, я думаю, 80-го левела. Километров. Ну, вечером еще надо 3 километра нагулять. Так еще нужно умножить, что это была безумная жара. Да, да. Это накидывает сильно. Где здесь эта корова, я же мать? Увела ребенка, увела куда-то, наверное, на берег. Вечером приводит. Зачем она его приводит сюда, непонятно. Там багаж ставится. Вода видна. А, нет, но если она его водит на берег, там же вода-то есть, можно пить. Еда, если только. Абсолютно спокоен, абсолютно спокоен. Спасибо, thank you. О, блин. Лапы, хвост. Я прям не знаю.
Но окунуться очень хочется. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Настя. Да, дверь открыта, очень хорошо. Через 5 минут жду тебя. Папы нету, кто бы сомневался. Ну ничего, сейчас окунусь и вызвоню папу. На дневной сон надо будет баньки поспать. Потому что делать больше нечего в такую жару, только дрыхнуть. О, у меня уже ноги еле ходят. Даша, последний рывок. А? Я зашла из жара, а там вентилятор меняешься. Ты молодец, не выключила. А Саши все экономит. Хозяйское добро, хозяйское электричество. Я говорю, вентилятор много не возьмет, не надо экономить. Это если бы кулер, а он отключает. Я считаю так, я если прям совсем не могу, то я лучше доплачу, но я приду. Потому что когда я не выключаю, когда я выключаю вентилятор, я прихожу и воздух спёртый. Ты вообще дышать нечего. Да, да. А так пришла, ну, получше. Коровоньки тут прячутся от жары. Так, иди окунайся. А потом я. Давай, давай. Давай, давай. Смеются девчонки. Индианки смеются над нами, иностранками. Освежает. Бодрячок. Ну и я теперь, да. Ну, меня можно не снимать. Смотри, как они едут паровозиком, лодки друг к другу. Уцепились друг за дружку. Ой, ну как? Классно. Я вам скажу, я скажу тебе на камеру. Женщина, которая там гнобила нас за наш внешний вид, что мы полураздеты. Вот сейчас у Ганги женщины голышом переодевались, вот. Никого не стесняюсь. И спокойно переодевались, и ничего страшного. А вот, ну и простите, сосок был проколот, пирсинг, между прочим. Пирсинг, красавка. Да. Обалдеть. Так что, что там? Какие они прогрессивные. Не то слово. Блин. А вот подошла бы эта женщина к той и сказала, неправильно вы делаете, это Индия. Та бы взяла вот это ведерко и грязь ей пол. Бумс. Рассказывайте нам тут, как нам тут в своей Индии ходить. Ну ничего. Ничего, да, там вообще никто не обращает внимания. Вообще, они совершенно... там все, юбки есть, а больше ничего нет. Да, и переодеваются, и стоят, и что-то... И стоят, да, и парни кругом, и мужчины, и дети. И святое место. И святое место, да. Ничего. Ой, ну что, ну ладно, давай, все, обнимаю. Вот хороший был день. Прекрасный. Пока-пока, да, до вечера. Прекрасный день был. Угу, давай, увидимся. Сейчас надо поговорить после звезды. Да. Все, друзья, всем счастья, здоровья, добра и процветания. Всех обнимаю, всех люблю. Пойду приму душ, не потому что хочу от святой воды избавиться. У нас тоже та же вода в кранах из Ганги, а просто потому что вон вся в песке. И надо смыть это, не лезть в постель с песком. Все, пока-пока всем.